Ряд итальянских информационных порталов разместил материалы, посвященные новому аэровокзальному комплексу «Международный аэропорт Гейдар Алиев». В статьях, подробно информирующих о комплексе, сообщается, что «Международный аэропорт Гейдар Алиев» – это новые ворота на Кавказ. Общая площадь нового аэровокзального комплекса с пассажиропотоком в 6 миллионов в год составляет 65 тысяч квадратных метров. В дизайне комплекса, отличающегося своими современными и интересными архитектурными особенностями, использованы такие элементы, как дерево, камень, стекло и металл. Здесь действует пункта оказания высокоуровневых услуг для каждого пассажира. А это самый важный фактор, свидетельствующий о гостеприимстве азербайджанцев. В статье до внимания читателей доводится следующее. Внутренний и внешний вид комплекса, необычные элементы, используемые в оформлении пунктов, выходят за пределы традиционного понятия об аэропорте и напоминают более теплое и уютное пространство. Основная цель создания здесь – необходимых условий для того, чтобы пассажиры чувствовали себя так же комфортно, как дома. Камила Алиева, Арзунур Жзаде, Азертач.